Добро пожаловать на канал HardResetInfo. Это устройство Samsung Galaxy F12. И сейчас я вам покажу, как на этом устройстве включить синхронизацию Google. И как включить синхронизацию Google бэкапов, как сделать резервное копирование в аккаунте Google. Итак, открываем приложение «Настройки», затем спускаемся вниз и выбираем Google. После чего опять спускаемся вниз и выбираем «Резервное копирование». И включаем функцию «Загружать на Google диск». Выбираем аккаунт, с помощью которого будем это делать, и нажимаем «Ок». И все, можно начинать копирование. Спасибо большое за просмотр этого видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И до скорых встреч. До свидания.